Милые, прекрасные красавицы, возможно, после этого ролика многие из вас поменяют отношение к себе, у вас поднимется самооценка. Многие женщины на данный момент времени продолжают хотеть, стараться обрести равенство с мужчинами. Это большая глупость с вашей стороны. Вы всегда были гораздо круче, чем мужчины. Вы просто об этом не задумывались. Так вот, я вам сейчас покажу, почему я так считаю. Это просто факты, примеры из жизни. Что бы мужчина ни делал для женщины, если она этого захочет, женщина может вернуть в гораздо большем размере. Примеры из жизни. Если действительно женщина хочет, мужчина дал сперму женщине, женщина отдала мужчине ребенка. Дадите женщине дом, женщина вам даст семейный уют, семейный очаг, тепло и комфорт. Дадите женщине какие-либо продукты, женщина может приготовить вкусный ужин, обед. Очень часто мужчина просто-напросто улыбнулся женщине, и женщина уже после одной единственной улыбки готова ему отдать всю себя. И отдать, и подарить свои чувства, свою любовь. А теперь хочу предупредить мужчин. Мужчины, если вы нагадите женщине в душу, то поверьте, из опыта, ко мне приходит очень много людей, она вам вернет все в десятикратном размере. Вы получите тонны говна. И вам не то, что тяжело будет отмыться, вам жить будет тяжело. А некоторым даже невыносимо. Меня зовут Александр, я выпускник Американской академии гипноза. Все, что я вам сказал из своего опыта, из своей практики, то, с чем я сталкиваюсь. Если у вас есть вопросы, если вас не устраивает та жизнь, в которой вы находитесь, вы хотите изменить, обращайтесь ко мне прямо на консультации, я вам покажу, и вы это увидите. Почему, по каким причинам вы живете жизнь, которая вас не устраивает, вы увидите, что вам нужно предпринять для того, чтобы жизнь ваша начала меняться.